Полиция Сургута вновь готовится перейти на усиленный вариант несения службы. На сей раз это связано с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности. В этом году, в отличие от традиции прошлых лет, отмечать дату будут в один день – в субботу, 3 сентября. За порядком на площадях города будут следить несколько сотен стражей порядка, привлекут к этой работе дружинников и сотрудников частных охранных предприятий. Проработали вопрос, то есть уже с Сургутнефтегазом по двум мероприятиям. Паспорта безопасности, то есть подготовлены, согласованы. С «Газпромом» тоже самый проработан вопрос, обсуждены, то есть все нюансы проведения данного мероприятия. Личный состав заступит также с утра, и до окончания праздника будем обслуживать и обеспечивать охрану общественного порядка, дабы гражданам, то есть было спокойно отдыхать и праздновать данные праздники. Впрочем, программа празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности продолжится и в воскресенье. В этот день запланировано открытие памятника, посвященного трудовым заслугам сургутских нефтяников. В его открытии, как ожидается, примет участие полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.